Добрый вечер, родители, зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии диакон Александр Черепенин. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии в Пушкино, председателем миссионерского отдела Сергиево-Посадской епархии, священником Павлом Зуевым. Отец Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Поговорим о евангельских словах, очень актуальных вообще для, на самом деле, для каждого дня человеческой жизни, но особенно, когда вспоминаются какие-либо события, связанные с чествованием животворящего Креста Господня. Вот в сентябре, в частности, отмечается воздвижение. Это вот тоже месяц, когда можно вспомнить, особенно, да, поразмышлять над тем, что же есть крест и, собственно говоря, почему евангельская история связана так сильно с крестом. Вот Христос говорит, обращаясь к ученикам: если кто хочет идти за мною, тот должен отвергнуться себя, взять крест и следовать за Христом. Что значат эти слова? Что значит отвергнуться от себя? Что значит взять свой крест и что значит следовать за Христом? То есть отвергнуться себя. Насколько вот категорична речь о том, что, ну, что нужно сделать с собой, да, чтобы вот оказаться достойным этого шествия за Христом. Отказаться от своего «я», отказаться от своей личности или от своей работы, от своей семьи. В общем, ну вот можно с этого начать, и дальше мы продолжим. Ваш вопрос интересный, и у меня в голове сразу возникло образ из «Мастера Маргариты», когда в самом начале вот они беседуют, да, с заграничным гостем. Думаю, этот сюжет для всех известен, в подробности вдаваться мы не будем. Но интересно то, что когда он спрашивает, два человека беседуют о том, что есть Бог или нет. И вот этот Воланд, он как бы говорит: то есть вы хотите сказать, что нет Бога? Они говорят: ну да. И тогда он говорит: а кто же тогда управляет человеческой жизнью? Они говорят: сам человек и управляет. И Воланд их останавливает, а Воланд — это дьявол по замыслу этой книги, да, этого романа. И тут странно тоже, как бы сам дьявол говорит: подождите, говорит, есть Бог. То есть вы как бы рассуждаете что-то не в ту сторону. И вот он говорит, что, говорит, ну, когда чем-то управлять, нужно иметь план хотя бы в тысячу лет. Вот как же может человек управлять своей жизнью? И тогда он спросил, говорит: что вы планируете делать сегодня вечером? Он говорит: ну, у меня там будет заседание и так далее. И вот он говорит: ну, никак невозможно, потому что Аннушка уже разлила масло. И поэтому в этой связи хочется сказать, и, в принципе, православный человек об этом помнит всегда, что Господь управляет жизнью человека, Он и есть сама жизнь. Христос сказал, что «Я путь, истина и жизнь». Вот. И поэтому отвергнуться себя – это в том смысле, что иметь Бога во главу угла, то есть выше всего, как сказал блаженный Августин Аврелий, да, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Вот. И те труды, тот социальный статус человека, работа, семья, все наше окружение, это все важно и нужно, безусловно. И это как бы способствует тому, что мы можем реализоваться в любви. То есть те люди, которые нас окружают, можем практиковаться в любви на них, как бы это, ну, не звучало. Вот. Но не забывать о том, что все то, чего мы добились, то, что у нас есть, это не столько потому, что мы такие молодцы и там сделали все для этого, вот, хотя это тоже важно, такая синергия, соработничество человека и Бога, сколько то, что Бог нас поставил в эти условия, вот, для того, чтобы мы принесли плоды достойно тому положению, в котором мы находимся. А взять крест и следовать за Христом в обществе, особенно в обществе нецерковном, воспринимается зачастую как такое влачить жалкое существование. То есть никаких развлечений, никаких удовольствий, и вообще только такая вот эта бренность бытия, взять крест, и такой, может быть, даже рисуется картинка, что человек такой согнутый практически на коленях, и наверху на спине такой большой крест, который он так вот влечет и двигается в Царство Небесное. Это ложное представление, потому что сам Христос является для нас примером во всем. И если так относиться, вот такой образ применять ко Христу, то это никак не сходится, потому что Христос, Он рассказал людям, как на самом деле выстраиваются отношения между Богом и человеком. И чтобы все эти иллюзии, они отошли.
И Христос сам взял крест. Это не будем как бы питать иллюзий. Вот. И есть тоже у неверующих такой аргумент. Он говорит, а если бы Христа, как бы Христос принял смерть на гильотине, вы бы на груди носили вот это оружие, да, как бы, ну, это изображение в золоте, в серебре и так далее. И так далее. И ответ, конечно, актуальный, что история не терпит сослагательного наклонения, и Христос не выбрал самое как бы гуманное средство смерти. Вот. И мы этот вопрос оставляем, как бы не будем продолжать на нем отвечать. А крест — это самая страшная, самая мучительная казнь, которую только придумало человечество. И Господь избирает смерть именно вот в таком виде. И крест, конечно же, как мы его носим на груди распятого Христа, не как символ того, что его убили, да, и все, как бы, то есть жизнь закончилась, как вот ученики Христа до какого-то момента так думали, что мы-то, когда вот Лука и Клеопа идут в Эммаус, и встречается им Иисус, они говорили, что неужели ты не знаешь, да, о чем идет речь, что было в последние дни. Он говорит, а мы-то думали, что он и будет тот, кто избавит нас, вот, от рабства Рима, если на наш язык переводить, да, ну и тоже в духовном смысле будет для нас лидером. Вот. То есть ученики тоже так думали. Вот. Но если бы не было смерти, не было бы воскресения. А воскресение — это основа христианской веры, потому что Христос воскрес. И поэтому те условия, в которых мы живем, вот, конечно, есть и скорби, испытания, и сложности. Мы вынуждены работать, вот, в разных условиях и так далее, да, чтобы как-то жить, чтобы пропитать и себя, и своих близких. Вот, исполняются здесь слова Бога, когда в раю он сказал, что в поте лица твоего ты будешь добывать хлеб. Даже если это не физическая такая жесткая работа, то все равно где-то там в офисе, или если человек честно трудится, то, конечно, это все доставляет ему дискомфорт и сложность, да, для того, чтобы работать и добывать себе пропитание. И Господь говорит, что как раз-таки ты должен взять крест как оружие победы над смертью, возвысить его вверх и идти, как вот Данте, да, взял это сердце, вот, и в общем, гнезд, ну, такая, может быть, актуальная здесь пример. Также и с крестом, то есть он освещает, укрепляет, отгоняет врагов, видимых и невидимых, это оружие. Вот, и в стихирах накануне, и в сам день праздника мы услышим, что оружие на дьявола, крест твой дал еси нам. Мы обращаемся ко Христу, и дьявол трепещет и трясется силы креста. Вот, конечно же, только потому, что на нем был распят сам Бога-человек Христос. Нет ли здесь какой-то вот такой параллели, что если Господь берет крест и идет с ним на страдания, финал которых смерть, то это действительно одно из самых мучительных орудий смерти, то не возникает ли здесь ассоциации, что призывая нас к тому, чтобы взять свой крест, он призывает нас принять страдания, поношения, унижения, избиения, и в конце, финал которых мучительная, страшная смерть. Как бы нам этого не хотелось избежать, но так есть, потому что духовная жизнь, она во вражде с телесной, и проповедь о Христе в наши дни, это уже ни для кого не секрет, все видели открытие Олимпийских игр во Франции. И зачем было сюда вплетать вообще тайную вечерю и так далее? Или вот сербский спортсмен, когда выходил на ковер по борьбе до схватки, он осенил себя крестным знаменем и был дисквалифицирован. Он ее выиграл или проиграл, но неважно. То есть это был, по-моему, финал. Он стал вторым. Серебряный призер, должны были дать медали и чествовать его как вот второго человека в этом виде спорта на этих Олимпийских играх, но его дисквалифицируют только потому, что он осеняет себя крестным знаменем. И это, конечно, очень странно. Но и как раз-таки это говорит речь о том, что если ты выбираешь Христа, то уже в наши дни, слава Богу, мы живем в России, здесь такого исповедничества никто не требует от нас. Но зачастую тоже все равно есть такие косые взгляды людей, которые очень так свободно настроены и говорят, что почему вы так
серьезно относитесь ко Христу, то есть можно как-то попроще, что ли. Но мы так относимся, мы относимся к Нему так же, как и Он отнесся к нам. Он за нас умер. И поэтому, конечно, все те сложности, испытания, трудности, которые в жизни человек преодолевает, и из предания церкви, да, из традиции мы знаем, что Господь креста не дает ни по силам. И зачастую как раз-таки ты ощущаешь, что как будто это ты не готов на такие, на нанесение вот именно этого креста. Ну, как вот этот известный мультфильм, или такой образ, как бы, да, можно сказать, он в притче изображен, когда человек обращается к Богу и говорит, что «дай мне другой крест, пожалуйста». Вот, и он говорит «пожалуйста», и там он оказывается в неком пространстве где-то, и там разные кресты есть, большие, маленькие, с украшениями, разные-разные, много крестов. И он вот увидел один, говорит, о, вот этот вот мне нужен. Он его как будто бы надевает, и вот этот стиль жизни, да, то есть предназначение человека, которое есть, мы, конечно, имеем возможность на него влиять, но все равно у Бога свои планы на каждого человека. И вот человек оказывается в этом, и так как фрагментарно изображается, и получается, что те испытания, он к ним оказывается и не готов. Он говорит, не-не-не, давай что-то другое мы выберем. Этот крест он откладывает, берет еще какой-то, и получается, что те кресты, которые он сам выбирает, они как раз-таки оказываются не по силам ему, они очень тяжелые. И потом где-то в углу он там видит маленький такой крест, и говорит, надо, говорит, взять вот этот я теперь хочу. А Бог ему говорит, так это твой был, то есть ты его снял сам. Вот, и поэтому мы доверяем Богу полностью, и, ну да, мы, конечно же, молимся на Божественной литургии, чтобы наша кончина была безболезненная, непостыдная и мирная, чтобы мы отдали свою жизнь в преклонном возрасте, лежа на одре, и уже естественным путем из нас выходила жизнь, да, наши органы заканчивают как бы срок годность, если так можно сказать, да, как бы уже все в преклонном возрасте, имея там вокруг жену там или как минимум детей, внуков, правнуков, если возможно, и так мы отходим. Но так случается не всегда, но мы все равно обращаемся к Богу, чтобы так произошло. Вот, но мученики, которые новомученики, которые жили в 20 веке, вот особенно актуально вспомнить, это родственники многих из нас, и в храмы, в которых мы приходим, они в них служили. И это все было вот-вот относительно недавно, даже еще там, ну, чуть побольше 100 лет прошло. Вот. И они тоже хотели безмятежную жизнь, но так вот на их долю выпало такое явное исповедничество. Поэтому исповедничество, оно бывает разным, бывает прям открытое, когда в голове тебе представляют какое-то оружие и говорят, веришь в Бога или не веришь. Или... И тогда у тебя прям вот тут, здесь и сейчас, да, как сейчас принято говорить, в моменте ты должен сделать выбор, и другого альтернативы у тебя не будет. Либо ты выбираешь жизнь земную, и тогда ты живешь и как-то сам договариваешься со своей совестью. А если нет, то ты выбираешь Христа и отдаешь свою жизнь, и церковь прославляет тебя как мученика, потому что ты отверг действительно все земные блага и выбираешь Христа уже реально, конкретно, вот, потому что так сложились обстоятельства. Если я не хочу, чтобы моя жизнь была наполнена страданиями и лишениями, то что, получается, в христианстве мне не место? В христианстве это религия радости. И это никак не противоречит друг другу. Зачастую, когда мы говорим о загробной, о христианстве, да, почему это истинная религия и так далее, то мы говорим, что вот человек умрет, и что же там, да, в общем, как бы нужно задуматься, как минимум, что ты вот умираешь, и есть вечная жизнь, нет ее, и тогда как бы строится разговор о вере. Но христианство — это религия радости, и как бы говорить о смерти, вот, о грусти, о печали, это далеко не всегда уместно. Если человек действительно находится там в хосписе, или у него ребенок заболел тяжело, и ты приходишь к нему, общаешься, он тебя приглашает и готов как-то услышать, пообщаться, то там уже разговор строится в каждом случае индивидуально, нет такого какого-то шаблона. Но когда ты разговариваешь с молодым человеком или с, ну, да, с молодым в разном возрасте, и когда ты начинаешь свою проповедь именно с того, что вот когда ты умрешь, что будет тогда? Ему неинтересно об этом думать. Он жив, наполнен силами и энергией. Зачем вообще об этом размышлять? И тогда как раз-таки актуально рассказать о том, что христианство — это религия радости. Потому что Царство Небесное внутри каждого человека есть. Не нужно ждать, когда ты где-то там окажешься. И вот эти все плюсы
все плюсы христианства, настоящей радости, настоящей любви, настоящих всех добродетелей, которые у нас есть. Вот ты рассказываешь, и как раз-таки есть место всем людям в христианстве, всем абсолютно. И старикам, и детям, и младенцам, и вообще людям разных национальностей, разных социальных уровней и так далее. То есть, как вот апостол сказал, да, нет ни мужчина, ни женщина, ни раба, ни свободного, ни разных национальностей, поэтому все и во всем Христос. Поэтому это христианство — это религия радости, это религия победы Христа над смертью. Вот, и воздвижение креста, и воскресения бы не было, если бы не было смерти. Вот, и поэтому, как бы, действительно, да, человек должен умереть. Это вот есть такое выражение: если ты умрешь до того, как ты умрешь, то ты не умрешь, когда ты умрешь. Если ты умрешь до того, как ты умрешь физически, если ты умрешь для вот всех вот этих страстей, наслаждений, которые тебя истощают и делают из тебя животное, вот, если ты умрешь для них в этой жизни, то когда ты будешь умирать, ты не умрешь. То есть твое только физическое тело разделится с душой, а душа уже насыщена истинными ценностями и благами, и ты приближаешься ко Христу, и тогда не будет смерти для тебя. Но как тоже мы читаем всегда на отпеваниях, на панихидах, на заупокойных богослужениях глобальных, когда в православной церкви, да, их несколько, вот особенно Великим постом по субботам мы служим, то там говорится, что праведник, для него нет смерти. То есть это переход из временной жизни в вечную. То есть он этого момента даже не ощущает. Вектор направления ко Христу, он также и продолжается, но уже в качестве в другом, в теле, в новом и так далее. Поэтому это радость, и действительно, когда ты приближаешься ко Христу и избавляешься от всего ненужного, от твоих зависимостей разных абсолютно у каждого человека, ну, плюс-минус они у всех одинаковые, но есть как бы особенности у каждого человека. Вот. Когда ты от них избавляешься, ты становишься свободнее, и действительно тогда ты имеешь возможность увидеть, что у тебя душа на самом деле может расширяться. И в ней оказывается очень много всего. Мне это напомнило одну тоже евангельскую фразу, когда Христос говорит, что зерно, если да, упадет в землю и не умрет, то не принесет плода. То есть, чтобы принести плод, оно должно умереть. И вот можем продолжить по этому обсуждение. Угу. Вот в этом контексте дальше. То есть, что значит умереть и почему это нужно? Почему нужно умереть, чтобы принести плод? Ведь явно речь не о физической смерти какой-то, да, потому что странно умереть физически и какой-то ожидать после этого плод. Но вот о чем мы тогда здесь говорим? Что мы требуем? Что Господь требует от каждого из нас, от человека? Не так давно мы читали в прошлое воскресенье, ну, в одно из прошедших воскресений была история про виноградник, и когда некий господин, богатый человек, купил виноградник, да, он приобрел его в собственность, насадил его, ухаживал за ним, уже как-то приготовил его, и у него нет времени, много разных дел, например, ну, это я уже так как бы плюс-минус на современный манер, в свободной форме пересказываю, и он нанимает людей и говорит: идите, вы работаете в моем винограднике, работаете вы в моем винограднике, я даю вам за это оклад, там какие-то деньги, в общем, и вы должны принести плод в свое время, когда придет время собирания винограда, плодов, там из него делать вино или разный там сок, или в чистом виде, да, употреблять виноград, вы должны будете принести плод в свое время, когда он наступит. И вот эти люди подумали, что виноградник их, вот, и у них получилась такая иллюзия. И вот когда хозяин посылает туда своих слуг, рабов, вот, и они пришли, чтобы забрать то, что принадлежит хозяину, они как кого-то избили, кого-то убили, и так происходило два раза, потом пришел их сын этого хозяина, и эти люди подумали, что вот настолько дошло, что они думают, что это их. Он говорит: если мы его убьем, а он же наследник, то будет наш тогда? Не будет наш тогда, потому что ты никакого отношения к хозяину не имеешь. И вот на наш манер, вот я как-то прочитал и привожу такой пример, что когда человек едет в такси, вот сейчас осень, начнутся дожди, и ты едешь куда-то на какое-то продолжительное время, да, там, из пункта А в пункт Б. Ты едешь в автомобиле, в такси, на заднем сиденье, смотришь в окно, идет дождь, такая романтическая погода, а у тебя внутри сухо, тепло, может быть, даже какая-то играет приятная музыка, и ты смотришь на проходящих людей, кто-то с зонтиком,
тот, кто-то, как бы так это, скукожившись, да, и мокнет. Бежит, чтобы да, до определенного какого-то козырька добежать. Люди на остановке ждут автобуса, а ты вот в комфорте едешь. И у тебя в какой-то момент может сложиться впечатление, что это твоя жизнь. Что есть, ну, как бы вот так, ну, так сложилось, что вот они тут, а я как бы... Складывается ощущение, что это твой автомобиль, и так продолжится всегда. Но наступает время, именно в тот момент зачастую это происходит, когда ты вот прям так расслабляешься, и тебе говорят, все, мы приехали, выходи, заплати и выходи. Так же и тут, что когда наша жизнь и наши профессии, те сферы, в которых мы хороши, складывается ощущение, что это мы. И вот почему я привел в самом начале пример из «Мастера и Маргариты», да, что человек думает, что это он хозяин жизни, и он решает, но это не так. То есть это соработничество. У Бога на каждого человека есть свой план, и даже время жизни человека зависит от самого человека. Из Ветхого Завета мы знаем, да, что когда царь Неемия, могу ошибаться, но вот один из царей Ветхого Завета, когда он умирал уже, и он испугался, что он умрет, и он упросил Творца, чтобы он дал ему еще 12 лет жизни, по-моему, к сожалению, извините, да, что я конкретно не помню, но вот этот образ, то есть даже человек может влиять на время своей жизни. То есть, ну, как бы нельзя говорить, что однобоко, что, ну, глупо, что человек управляет жизнью, да, но и также по отношению к Творцу мы не можем так сказать, потому что он сам даровал свободу человеку, и поэтому... те сферы деятельности, в которых мы сильны, в которых мы профессиональны, мы должны приносить плоды в тех областях. Вот. Ну, конечно, есть нюансы, есть профессии, которые да, напрямую связаны с грехом там, и так далее. Но я говорю там о каких-то благородных или полезных для общества профессий. Поэтому ты должен трудиться максимально честно, открыто и сделать все, чтобы стать в этой профессии лучшим. И в этом нет никакой гордыни там, или есть такое, бывает, что когда человек, например, в обществе в каком-то умеет рисовать хорошо, он какой-то окончил университет или от Бога дал ему, да, действительно такой талант. И когда приходит время проявить его, обращается человек и говорит, вот кто бы мог нарисовать там что-то. И этот человек начинает как-то отнекиваться и говорит, да ну что, вот, ну, я так не сильно хорошо рисую там, и так далее, а всем очевидно, что он лучший. Вот. И это как раз-таки проявление, ну, гордыни, может быть, даже тут как бы такая совокупность страстей. Вот. И это неправильно. И как будто бы ты делаешь такое с позиции этого человека, как будто это добродетель, что я такой вот скромный или там как-то, ну что вы, я не умею. А адекватность и нормальность, когда ты действительно в этом лучший, и ты не бравируешь этим и не скрываешь это. И когда говорят, кто бы мог, ты говоришь, я могу. И ты действительно это можешь сделать и так далее. Ну, вот известен такой эпизод, думаю, уместен здесь. Был такой футболист Пеле. Вот, он один из немногих, да, кто не запятнал себя какими-то историями в обычной жизни, да, вне спорта. Вот, и когда вот он завоевал все, что возможно. То есть он был олимпийским чемпионом, чемпион мира и так далее. Очень много званий. У него взяли интервью. И вот он говорит, я чемпион, я такой-то, я это. Ну, все свои регалии он просто называет. И вот мой друг, он, посмотрев этот репортаж с мамой, потом ей говорит, почему он так говорит, я. Что за такое отношение, да, к себе? Он как бы так с гордостью это говорит. То есть это, ну, с гордыней. То есть как будто бы это. А мама говорит, это нет, это факт его жизни. То есть он никак этим не предвосхищает и не говорит, что он завоевал то, чего он не завоевал. То есть он говорит по факту, кто он есть. Вот, конечно же, тут можно это рассудить, может быть, как-то иначе. Мы лично с ним не сильно знакомы, почему он сказал это я. Но вот как бы такой диалог между одним человеком, кто к этому отнесся, как к проявлению страсти, и другой христианин, который говорит, здесь нет ничего такого. И поэтому, да, действительно, в тех областях, в которых мы трудимся, нужно быть честным и использовать все данные от Бога таланты, чтобы принести как можно больше плода. В сентябре празднуется также престольный праздник вашего храма, День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. И вот можно ли их привести как пример того, о чем мы говорим? Какой плод принесли эти мученицы, семья, мама София, три дочки?
мы не очень-то много знаем об их жизни, они вот как бы кем они работали, да, мы не знаем, и, соответственно, видимо, те, кто составлял житие, не посчитал нужным, да, что решил, что, видимо, в обычной жизни они, может быть, никаких плодов особенных как раз и не принесли, вот. Но зато мы знаем про их мученичество, про их страдания. Но вот как они иллюстрируют тогда наше рассуждение о необходимости вот принесения этого плода? То есть они, что получается, до этого страдания они как бы не служили Богу? Нет, конечно, нет. Каждый служит ему от своего рождения, и каждое мгновение человеческой жизни, оно как бы направлено либо в сторону добра, либо в сторону зла. И на примере святых мучениц есть много святых, даже которых мы не знаем, и есть те, которых мы знаем не так много. И в данном случае, это уже на наш язык переведено, да, вера, надежда, любовь и София, на греческом языке они звучат по-другому, и это христианские добродетели основные, поэтому по имени их и житие. То есть, ну, тут можно сказать так, что смерть, в принципе, она как бы подводит итог человеческой жизни, как человек умер. Хотелось бы нам этого или не хотелось, но это так. Действительно, если человек разные люди, и, конечно, Господь сам решает, да, кто оказывается в Царстве Небесном, кто к этому стремился, кто не стремился, это уже как бы его делаем, мы туда не вмешиваемся, но бывают такие моменты, когда мы ужасаемся. Мы не осуждаем человека, но ужасаемся, когда человек ехал на автомобиле как-то и открыто демонстрировал то, что он как бы не хочет наслаждаться теми благами, которые Христос ему дает. То есть ему как бы на это все равно. И он вот гибнет в чем-то. Какой-то там авиакатастрофе. Я не говорю о случайностях, может быть, сейчас мы разговариваем так очень такие интимные вещи. Но, тем не менее. И когда человек, вот как можем привести пример, да, Михаил Задорнов, например, он всю свою жизнь как-то был таким открытым противником христианства, православия, и об этом говорил, и много принес недоброго плода. Он много сделал, ну, вреда, отвратил людей от церкви и привел их вообще не туда, куда нужно привести. Но в конце жизни ему хватило смелости и мужества, обретши Христа, сказать, что вся его жизнь в этом отношении, она в молоко, это все не принесло плода. И это сильно, потому что есть некоторые там академики РАН, например, люди, которые с гигантским умом, с мудростью и так далее, вот, которые в конце жизни понимают, что то, чем они занимались, это как бы, ну, противоречит или осуждение христианства, да, как бы это, ну, неправильно, потому что они узнали Христа и лично с ним знакомы, но вот этот, некоторые так и говорили, что как бы, если я сейчас признаю, что это истина, то получается, что вся моя жизнь это было зря, и у них не хватает мужества, что ли, как раз-таки показать тем, для кого они являются авторитетом, что не, как бы наоборот, это похвалы достойны человека, который свои заблуждения, вот, оказывается, открыл глаза на правильный ход мысли, на истину, вот, и сказать, что да, так вот произошло. Поэтому как бы смерть человека, тогда мы можем сказать что-то о человеке, вот я к чему. Что вот когда человек жив, он творит что-то доброе, творит что-то злое, и однозначного ответа мы не можем сказать по поводу него. Но когда человек умирает, тогда что-то конкретное, уже как бы фильм завершен, вот, и итог произошел, тогда мы как-то можем сказать о человеке в той степени, какой мы были с ним знакомы. А мученицы Вера, Надежда, Любовь и София – это действительно добродетели, и Христос явился для них высшим благом. Она была вдова София, и если додумывать, что всем христианам, которые общались с императором лично, он предлагал, что я тебе дам там земли, там и деньги, и славу, и так далее, только откажись, и будет у тебя все хорошо. Тем более она была вдовой, и 100% ее жизнь не была какой-то там радужной и прекрасной, потому что нет мужчины, особенно в то время, это защитник, добытчик и так далее. В наше время вдовам очень непросто. В то время было еще сложнее. И вот она так воспитывает своих дочерей. Им как раз-таки, ну, по преданию мы знаем, что им было от 9 до 12 лет. Вера, Надежда, Любовь, 12, там, 10 и 9 лет было
девочкам, и они сами, это же не мама где-то была над ухом и говорила, давай вот так вот сделай, да, и, то есть у них было такое убеждение внутреннее, и Христос был для них не каким-то словом или каким-то образом, это была реальная фигура и Бога-человек, который умер за грехи всех, они его так любили сильнее своей жизни, и вот именно она их так воспитала, а прибыли от этого воспитания никакой не было. Никаких благ они не имели с этого. Наоборот, их ждала вот такая мученическая, страшная смерть. А мама их, София, да, действительно, она отдает свою жизнь, тоже причислена к лику святых как мученица, потому что она видела, как страдают ее дочери, и вот там ближайшие часы на могиле их, она также умирает от таких вот, как сказать, переполняющих ее душу чувств, вот, и в данном случае положительных. Вот. И, конечно же, они для нас являются примером добродетелей. И вот в Священном Писании, в день, когда будет богослужение, будет читаться послание апостола Иакова, и там поставлено это отдельные такие слова, к которым стремится каждый человек. Это добродетели, это то, что если ты сможешь принять свою душу и сохранить, то тогда ты будешь, в принципе, не нуждаться ни в чем, даже если внешне это будет не сильно, как бы, такое благополучная жизнь. София, вера, надежда и любовь. И любовь, слово, которое сейчас так как-то употребляется, где только возможно, и все называется любовью, вот. И хотя ей не является. У апостола Иакова про нее говорится в самую последнюю очередь, то есть говорится о Софии в самом начале, о премудрости, то есть умных много, да, а премудрых не сильно много. Как это кто-то говорил, что стариков много, а старцев не очень много, поэтому это не одно и то же. Умный человек и разумный, и тем более премудрый. Это как вот в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», или в «Премудрости Соломона» в Ветликом посту на богослужениях читается эта книга, там говорится как раз-таки о том, что премудрость – это страх перед Творцом. Это сверхъестественная такая вещь, которая, вот, возможно, только тогда, когда ты понимаешь, что ты несовершенен, и, узнав Бога, боишься как-то сделать что-то, что тебя от Него отдалит. Вера – это вообще основа человеческой жизни, в принципе. Вера и знание. Бывает, вера на разных уровнях же. И даже когда мы идем там в магазин за хлебом, мы верим в то, что в магазин он будет открыт, что там будет хлеб. И так, если до такого как бы атомизации, что ли, да, вот это все это въедаться мы дойдем, то, в принципе, как бы все основывается на вере. Вера и знание – разные вещи. И мы даже верим, мы не знаем, какого числа мы родились. Не знаем этого. Мы верим документу или родителям, или органам, которые нам выдали этот документ, что мы такого числа мы родились. Все основано на вере. Поэтому люди, которые говорят, я не верю, это неправда. Ты веришь в то, что чего-то нет или кого-то нет, да, если говорим о Боге. Вот. А знание, как раз-таки вера разрушится тогда, когда мы обретем абсолютное знание, когда мы уже встретимся с Богом лицом к лицу, а не будем смотреть, как апостол Павел говорит, через тусклое стекло, как бы так неявно. Вот. И это по поводу веры. Надежда – это противоположность отчаянию. То есть надежда, она никогда не умирает. Действительно, это по Священному Писанию мы видим. Вот. Есть такая история, когда жители одного села пришли в церковь, потому что не было долгое время дождя, и договорились с батюшкой какое-то особое время, выбрали, пришли, чтобы вот совершить молебен, чтобы пошел дождь, и лишь мальчик взял с собой зонтик. Тоже о многом говорит. И когда мы ложимся в кровать вечером, мы заводим будильник, мы не знаем, что мы утром проснемся, но мы верим, и как бы жизнь на этом как бы основана. Вот. Но любовь – это уже совокупность совершенства, и разговор о кресте всегда, особенно сегодня, да, вот в эти дни крестовоздвижения, это абсолютная любовь, которую Христос принес нам. Отец Дмитрий Смирнов приводил в пример, говорил, я не помню, сколько в организме человека крови литров, там, 6, например, ну, например, извините, там, это специалист. И он говорит, что если ты готов за человека, объекта твоей любви отдать, там, 2 литра крови, ты его не любишь. 4 литра ты не любишь. 6, да, тогда ты любишь человека.
То есть когда ты целиком отдаешься другому, и это на примере Христа очень активно видно. То есть он тоже был человек, и нельзя сказать, что как бы, ну, он же Бог, как бы он стал человеком. Да, но в Гефсиманском саду он три раза обращался к Богу Отцу, что доминует мне чаша сия, но в конце прибавлял, что не как я скажу, но как ты. Как будете отмечать престольный праздник, раз уж мы о мученицах, о празднике заговорили, то... Будем отмечать, это будний день, будет богослужение, безусловно, вот, благочинный нашего церковного округа, вот, даст Бог, все сложится, он к нам приедет на праздник, возглавит его, вот, и придут люди. Конечно же, мы собираемся в храме для совершения божественной литургии, это основа основ, и вот как раз-таки, когда мы уже все причастимся от единой чаши и хлеба вкусим Христова, его тело. И потом во дворе церковном будет небольшое там мероприятие. Мы пригласили музыкантов, будет там для детей развлечение, если погода позволит. Мы в данный момент как бы еще до сих пор как бы так активно думаем и уже устраиваем, чтобы какие-то были навесы и так далее. Вот. И если кому-то интересно, приходите к нам в храм. Вот в телеграм-канале есть... Он называется «Софийский храм города Пушкина». Вот. Ну и также можно сказать, что если кому-то интересно еще услышать о том, как я рассказываю о православии, о христианстве, вот тоже веду в телеграме свой канал, который называется «Бессмертные друзья», 2С. Вот. Именно потому, что Христос воскрес, и мы никогда не умрем. Хотим мы этого, мы не хотим, кто-то как хочет, но тем не менее, мы смерти нет, вот, и мы будем жить вечно. Вот мы сегодня вспоминали произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», и не так давно оно было в фокусе внимания, да, ну, в принципе, периодически появляется в фокусе внимания общественности, вот, ну, в силу содержащихся в нем неких там, христианских посылов или нехристианских, но в любом случае вот, имеется некая библейская история. А в связи с этим возникает всегда вопрос, о чем писал Булгаков? То есть... Вот эти евангельские вставки, участие евангельских персонажей, в том числе Иисуса Христа, вот, это он искажает Евангелие и издевается над ним, или же там заложены какие-то смыслы нам непонятные. Ну, то есть, что это было со стороны Булгакова? Может, немножко личное. Когда я учился в школе, то есть я был я верующий с детства, то есть в 6 лет начал алтарничать в храме и так далее. И вот когда сильно как-то не интересовался такими произведениями, но в школьной программе они есть, и когда я об этом услышал, как-то у меня такое было отторжение, как же так, здесь говорится об вот Иешуа, да, то есть это Иисус и так далее. Это как-то, в общем, мне не сильно нравилось, очень сильно мне это не нравилось. И я так открыто учительнице об этом сказал, но в конце, когда пришло время сдавать экзамен, она говорит, я не поставлю тебе оценку, так как ты не изучил это произведение. Я там в краткой форме его прочитал, вот, но потом я в контексте посмотрел, когда это было написано, тогда, когда открыто нельзя говорить о вере было. И вот в этой связи вспоминается Виктор Цой и группа «Кино», которые противопоставление. Если есть стадо, есть пастух, если есть тело, должен быть дух, если есть тьма, то должен быть свет. И вот в этой связи как раз-таки он открыто не мог сказать о том, что есть свет. Есть разные точки зрения, но я к этой склоняюсь. И как раз-таки он так очень активно написал о тьме. Потому что если есть тьма, то неизбежен должен быть свет, потому что тьма и зло абсолютное, оно поглощает все. И поэтому те, кто вот эти вот маячки мог заметить, они могли их заметить. А те, кто не хотел, как я в свое время, то можно, в принципе, как бы и особого внимания на это произведение не обратить. Конечно, оно такое своеобразное, да, и снято несколько сериалов по нему. То есть это произведение достойно внимания. Вот. Но я отношусь к нему вот именно так, что если есть зло, то обязательно ты должен, если ты, как бы, если тебе представляют зло и тьму, то у тебя у самого должно родиться противопоставление, что как не может быть все так настолько черно и темно, что должен быть свет, а ты неизбежно как бы отходишь от этого и приближаешься к свету, к Богу, к добродетелям и так далее.
Так и что получается, Булгаков в ту эпоху, в которую жил, написав это произведение, что он пытался передать своим читателям? Передать то, что Христос — это свет. И я сейчас как бы сильно вдаваться в подробности этого произведения не готов, давно уже не перечитывал. Вот, но, в принципе, я вот так сказал, не знаю, вроде так, что если есть тьма, должен быть свет. Отец Павел, время нашей программы к концу подходит. Вот осталось там буквально 3 минуты, поэтому в завершение прошу вас подвести итоги нашей беседе, ну и что-то пожелать телезрителям. Желаю в этом новом году, который начинается с Рождества Пресвятой Богородицы, тоже мы отмечаем этот праздник в сентябре, заканчивается год церковным успением Пресвятой Богородицы, вот, пожелать нести свой крест достойно, вот, и то дело, на которое Господь нас призывает, чтобы мы его исполняли тоже с честью. Не... Мы все знаем, как это нужно сделать. Это тоже такой очень интересный момент, если мы отложим гаджеты и все вещи, которые нас отвлекают от духовной жизни, то мы увидим яснее то, что мы можем сделать или должны сделать, потому что христианство — это же не такая религия, в которой вот так и никак иначе. Христос, он по Евангелию, да, и по Священному Писанию все и во всех. И то есть он был вчера, сегодня и завтра, он не меняется, он такой же, как и был. И поэтому для юноши он разговаривает с ним на языке этого юноши, и для человека, кто уже отходит в вечность, да, он разговаривает с ним на его языке, с ученым на умном языке, с обычным человеком на обычном языке. Поэтому чтобы мы, не пренебрегали теми духовными возможностями, которые есть и которые представляются православной церковью, вот, и приближались ко Христу в мере своих сил, возможностей, образований и так далее, не думая, что мы какие-то суперособенные, и также наоборот, что мы вот этого недостойны, поэтому как бы это мы отложим или отдадим тем людям, кто как бы имеет образование специальное и так далее. И, конечно же, да, чтобы Господь давал нам сил, чтобы нести тот крест, который есть у каждого, и в самые тяжелые моменты тоже вспоминается история, когда человек умирает, умер, и Господь показывает ему жизнь, как вот такой следы, дорога, это известная история, ну, в общем, тут она уместна, когда следы на песке около моря. И вот в какие-то моменты жизни там как будто следы от двух людей, а потом, когда какие-то несчастья произошли, беды в жизни человека, то следы одного человека. И вот человек роптает на Бога и говорит, что вот в самый трудный момент от меня отошел. А Бог говорит, нет, я тебя на руках нес в эти моменты. Поэтому не будем об этом забывать, что Христос нас любит всегда, Он отдал за нас свою жизнь. И в самые тяжелые моменты жизни или... каких-то, когда у нас в душе такое ощущение, что его нет, или как-то он от нас отошел, вот, чтобы мы в этом не сомневались и делали все в лучшие моменты жизни, чтобы накапливать эту благодать, чтобы когда мы уже не сможем, и не будет у нас сил обращаться к Богу, чтобы вот эта энергия, ну, по-церковному это благодать называется, да, что для тех, кто не сильно в теме, вот эта энергия сверхъестественное, чтобы она уже молилась в нас и как-то способствовала нашему вот этому продвижению дальше к Богу вперед. Благодарим вас за эту беседу. Спасибо большое. Это была программа «Беседы с батюшкой». В гостях у нас был настоятель храма мученицы веры Надежды Любови и матери их Софии Пушкина, председатель миссионерского отдела Сергиево-Посадской епархии, священник Павел Зуев. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.